950 школьников всего и 75 первоклашек. Такова простая арифметика начала учебного года в средней школе номер 20 областного центра. Загорелых и отдохнувших юных брещан сегодня собрала на одной площадке торжественная школьная линейка. Кого-то вновь, кого-то впервые. К слову, бодрому настрою первоклассников можно только позавидовать. Они не просто понимают, что такое настоящая школа, но и искренне стремятся к получению знаний. Волнуюсь. А почему? Потому что в школе не очень привычно. И поэтому немного страшно. А в школе чему хочешь научиться? Хочу научиться в школе лучше писать и лучше читать и лучше считать. Приветствовали в стране знаний своих воспитанников, их наставники и школьная администрация. Доброе напутствие сегодня не просто слова, это скорее призыв к действию. Призыв к отличной учебе, хорошему поведению и творческой активности. Для 20-й школы это очень значимый год. Ровно 50 лет назад в стенах этой школы прозвенел первый звонок. И сегодня и родители, и ученики прониклись. В школе 50 лет. Мы гордимся. Сегодня, в этот красивый сентябрьский день, хочется пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы, как в книге Булгакова, все было так, как должно быть, и только к лучшему. С новым учебным годом! 20 ребят, учащихся 8 В класса 20-й школы, совсем скоро наденут военную форму. Осталось уладить некоторые формальности с документами, однако уже сегодня точно можно сказать, в нашем пограничном городе будет школьный пограничный коллектив. Сегодня, слушая рассказы ветеранов, многие из ребят уже представляют себя в рядах военнослужащих, а потому уверены, что учеба в таком классе – хороший задел на будущее. Работа нелегкая, но если получится, то могу пойти в пограничники. У меня есть мечта еще пойти в спецназ. Сотрудничество Брестской пограничной группы и 20-й школы имеет солидный стаж. Школьники, педагогический коллектив и стражи границ дружат уже не один десяток лет. А потому и появление такого класса, конечно, обрадовало, но никого не удивило. Полезные и добрые начинания должны притворяться в жизнь и иметь продолжение. На самом деле это праздник, праздник школы, праздник родителей, праздник детей, школьников, праздник учителей. Да, наверное, всей Белоруссии. Мне хотелось бы, чтобы всегда светило солнце, всегда был мир на земле, чтобы мы созидали, творили. Вот. Это, наверное, будет самое большое счастье для всех белорусов. Анастасия Стропко, Евгений Процнель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.